55 миллионов тенге выделили в Павлодарской области на чипирование животных. В регионе уже завершены конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая займется этим. По мнению экспертов, работу предстоит усилить, потому как рост численности бездомных животных вызывает серьезное беспокойство. Ветеринарная служба также предупреждает владельцев домашних питомцев о необходимости их регистрации. Это позволит быстро определить хозяина отловленной кошки или собаки. Отмечу, с начала года в Павлодарской области отловили больше 600 бродячих животных. Часть из них поместили в специальные центры. Теперь идентификация именно домашних бродячих у нас – это необходимая мера, потому что с 1 сентября будут приниматься уже административные меры в отношении владельцев животных. Поэтому я считаю, что с этим законом необходимо уже ужесточить, потому что, как вы сами знаете, постоянно большие проблемы у нас с бродячими. С котом, бродячими животными, нету хозяина.